Сегодня 20 июня 2021 года, воскресенье, День Троицы, как считается. Я пришел пораньше в храм, пока никого нету, потому что не все желают, чтобы это было кому-то известно, показать, как украсили. Андрей с Ириной тут больше, может, еще кто-то был, не знаю. Это гнезда Ласточкины. 83.12 Псалом прямо говорит: алтари твои, Господи. Видите, как везде все зеленью украшено. Икона. Каждая икона обрамляется. Это Анфима Никомедийского храм назван, его икона. Это вот трава зеленая. Это подходить к Евангелию. Русская Библия лежит. Спецзаказ. Везде надписи Священного Писания. Ну, руки у меня тут неспокойные так. Просчитать можно. Как иконки везде, все украшено, показать. Тут сидят больные. Какое страшное изречение Иеремии 15.6. Даниил Московский. Видите, как все везде. Какой порядок, какая чинность. Я отойду сейчас. А тут тоже ласточка. Она сидит в гнезде. Почти не видать ее. Вот она. Еще ласточки на гнездо, 4 гнезда. Поют во время службы. А это осталась одна. Где-то погиб, видно, муж или кого. Она одна выпаривает. И даже у котела тот украшенный. Я уже выключил свет, чтобы показать.